Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер в МТАМ, сервер номер 2, все как всегда. И сегодня я вам расскажу, как изменить рингтон, либо звонок на твоем телефоне, именно в игре. Поэтому я тебе желаю приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел вам порекомендовать канал начинающего ютубера Зуксор. Пацан только начал снимать МТА, а уже срубает неплохие просмотры. На его канале вы можете найти как и полезные ролики, так и различные интересные смешные шоу. И чуть не забыл сказать, что у него сегодня день рождения, поэтому давайте зайдем на его канал, подпишемся и напишем комментарий с днем рождения. Я думаю, ему будет очень приятно. Ссылка на него будет в описании ролика. Собственно, пацаны, в последнем обновлении CCD Planet они добавили телефон. Когда ты можешь поехать купить сим-карту, выбрать номер, который тебе нравится, ну, конечно, если у тебя на него есть бабки, и он доступен в наличии. Купить сим-карту, и у тебя автоматически появляется телефон. Ты можешь там посмотреть свои лоты в аукционе, посмотреть курс валют, посмотреть счет в банке, позвонить кому-то. Еще очень много функций. Если что, можете посмотреть в моем ролике про обновление, ссылочка на него я оставлю в описании ролика. И кроме того, чтобы просто писать сообщение, с помощью телефона мы можем кому-то позвонить и разговаривать в реальном времени, то есть с помощью голосового чата. Если вам надоел звонок на телефоне и вы хотите его заменить, это делается буквально в пару шагов, буквально за 2 минуты, и у вас есть уникальный рингтон на ваш телефон. Если что, это доступно только вам. И сегодня я вам покажу, как его установить. А перед тем, как я буду рассказывать, как установить новый рингтон на твой телефон, давай мы договоримся с тобой, что ты подпишешься на канал и поставишь лайк. Ведь мы идем к 3500 к Новому году. Для начала давайте сделаем просто тестовый звонок, и вы услышите звук, который стоит в принципе у всех. Это обычная айфоновская мелодия. Вот, следующее это будет как его установить, настроить, выбрать. Это следующий пункт. И третий, когда мы зайдем на сервер и протестируем новый звук. Поэтому первая часть это какая же мелодия установлена по стандарту. Слушаем. А теперь, я думаю, можно переходить к установке самого рингтона. Ну а первое, что нам нужно, это найти рингтон. Поэтому можете написать в гугле, либо в другом поисковом сервисе рингтон на телефон. Либо у вас есть какая-то уже идейка, можете сразу его скачивать. Я вот выбрал такой. Ё-моё, мама звонит. Меньше пить, мне надо меньше пить, шляться по ночам. После того, как мы скачали файл, нам нужно его преобразовать в формат WAV. Поэтому мы пишем в гугле из mp3 WAV или mp3 to WAV. Вот, заходим на первый сайт, как вы видите. Вот, просто загружаем, копируем, переводим в WAV и скачиваем. После этого нам нужно его переименовать. Мы просто нажимаем правой кнопкой мыши, переименовать и пишем incoming. После этого у нас происходит самое ответственное. Это заходим в вашу папку MTA. Дальше заходим в папку Mods. Дальше Deathmatch, Resources. Потом ищем папку Phone. В папке Phone ищем папку Assets. И у нас есть 4 папки. Дальше наш файл Incoming нужно закинуть в папку Custom с замененкой. И в папку Sounds с замененкой. Почему именно 2 папки? Можно в принципе кинуть только в кастом, но я не уверен, что работает. Перед этим я тестил, кидал только в Sounds, то не работало. Я закинул и в Sounds, и в кастом, тогда она заработала. Поэтому делайте лучше так, тогда 100% она будет работать. В принципе, на этом все. Закрываем папку, заходим в игру и проверяем. Ну и в принципе третье это тестирование нашего звонка. Зайдем в игру и послушаем, что же у нас вышло. Ё-моё, мама звонит. Меньше пить, мне надо меньше пить, шляться по ночам и траву курить. Меньше пить, мне надо меньше пить, шляться по ночам и траву курить. Такой чисто звонок из 2010-го, пацаны, у кого такой стоял? Лайк сразу и коммент пишем. В принципе, вот так, все максимально просто. И теперь у вас есть уникальный звонок. Если вы поменяли и хотите вернуть стандартный, вы просто удаляете два этих файла incoming в двух папках.
И потом при заходе на сервер, сервер автоматически докачает стандартный звук. В принципе, на этом все. Поставьте лайкос, напишите комментарий, стоит ли у вас кастомный звук и поставите ли вы после этого видоса. Также не забывай подписываться на канал. Наша цель 3500 подписчиков до нового года. Я думаю, вы сможете, пацаны. Полный вперед, красная кнопка делай серую, так как 80% смотрят без подписки. Надо как-то это менять. Также нажимаю колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда не пропускать. Давайте, если этот ролик наберет 50 лайков, я сразу сажусь к записи нового ролика по CD Planet. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.